представь на момент на какой-то что. Насколько ты подготовлен к тому, чтобы вот просто жить, выживать. Пам-пам, парам, парам, пам-пам. Эй, так, 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 так. Мы это сняли. Нет. Ну это же классно, зайка. Берем спички. Когда-то спички были коричневые, и мы думали, что это классно. Потом я приехал на Украину когда-то, у папы там, ну, родина, меня к бабушке когда-то возили туда, да. Я там увидел, что спички могут быть зеленые, что они могут быть красные. И черкаш тоже зеленый и красный. Удивительная штука, как бы. Ну еще неизвестно, мы сейчас придем, может там хуже будет. Опа. Он же прав. Не всегда. Короче, он прав тогда, когда это выгодно тебе, да? Логично. Он сам пройдет. А когда тащишь, ему не пройти, это самое. Он упираться будет, показывать, что ему не нравится. И мы идем как бы вдоль речки. Тут не часто такое получается. Я чувствую себя Гулливером. Как дамбу преодолевать мы нашли. Столетие Мурманска, ребята, типичные самородовы. И вот где-то здесь у нас можно пройти. Блин! Да, Санька! Ты понимаешь? Мы себе искали там 50 метров сверху, там, блин, вообще жесть. А здесь нормально. Давайте я пройду и сниму оттуда, заодно испытаю. Пришли к интересному заключению, то что можно сюда и на велосипедах гонять. То есть тут тропинка. О, опять елок навалили, блин, что за люди-то, а? Вот так снимешь, выложишь, покажешь, приходят и гадят там. Вот они двое, вы отдельно всегда, это на тренировке тоже видно. Чтобы этого избежать, поэтому и пошли в поход. Я, кстати, вчера думал, а не взять ли мне с собой котелок и пельменей. Газовую горелку и не заморачиваться с дровами. И холодильник, чтобы пельмени не растаяли. И все это несет глупо. Вам надо научиться быть самостоятельными. Окей. Сливается песня, ребята отводят взгляды и шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь,
но с дымом сливается песня. Ребята отводят взгляды и шепчет во сне бродяга: кому-то не позабудь. Они в городах не блещут манеры аристократов, но в чутких высоких залах, где шум суеты затих, страдают в бродячих душах бетховенские сонаты и светлые песни Грига переполняют крутых. Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят, но грустная нежность песни ласкает сухие губы. И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Мы тут проходили-то намучимся, а если пойти живем старый компас, получены карты и кроки, выштопан за штормовки лавины предательских лет. Ну, еще неизвестно, мы сейчас придем, может, там хуже будет. Он же прав. Не всегда. Короче, он прав тогда, когда это выгодно тебе, да? Логично. Саньку! Ура, ура, ура! Санька, ты прицелся. Детям очень радостно, там ребенок сидит, короче, головой в песочнице. У нас весело. И вот где-то здесь у нас можно пройти. Блин! Санька! Ты понимаешь? Мы себе искали там 50 метров сверху, там, блин, вообще жесть. А здесь нормально. Давайте я пройду и сниму оттуда, заодно испытаю. Не давай ему идти, пожалуйста, ладно? Он под ноги идет, я споткнусь, туда улечу. Красиво, да? Я помню, как мы с тобой же чуть выше, мы через нее прям проходили. Да, а тут пройти немножко, и вот он, причем он давно здесь. А мы не знали. Ну чего, проходите, ребят. Не тащи, когда тащат сложно, он сам пройдет. Отпусти, он сам пройдет. А когда тащишь, ему не пройти, это самое. Он упираться будет, показывай, что ему не нравится. Вот такая дорожка. Тут проще. Знаете, чего я еще подумал? Если с собой брать велики, то можно здесь провести, а там быстрее. Зайка заодно побегает. Ну чего, нам прямо налево туда. Пошлите.
Но тут проще преодолевать брод. И мы идем как бы вдоль речки. Тут не часто такое получается. Я чувствую себя Гулливером. Я большой. А это река как Волга. Мне сейчас показалось, что Боба — это живой камень. Все, он мышь серая. Он умеет притворяться и в живой камень, и в мертвый камень. Особенно, когда что-нибудь навредничали. Классно, да? Больше камушков, больше перепада по высоте, будет шумно. Пороги такие слышны издалека всегда. Где-то дым. Да. А вон там вот мы проходили. Мы вон там проходили раньше. Да. Обувь, да, проходили. Да. Вон там. Да. Хочешь? Ну, не в лесу. Особенно бы... когда один гуляет. Шмель. Шмель. О, байда. Покрапка, это покрапка. Проще говоря, плавающий. Нет. Особенности конструкции там еще тоже учитываются. А мы тут когда-то шли и встретили человека, мы с ним побеседовали, который вон там вот в честь города Мурманска что-то там сделал это все. Сто раз с утра все не так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Тебе страшно было, Саня? Там не найти людей, там нет машин. Есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Надо багажник, короче, пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Сколько минуло лет, сколько дней. Гопу натравишь? Гопа, сейчас тебя натравят. Я прошагал весь свет, проплыл сто морей. Он не знает, что это. Он думает, там еду дают. И вроде все, как всегда. Мы практически вот пришли уже. Вот только одна беда. Все мне кажется, я на нем свернул в никуда. Пришли к интересному заключению, то, что можно сюда и на велосипедах вот гонять. То есть тут тропинка. Когда мы преодолевать его нашли, путь. Жизнь моя. Надо куда-то сгонять. Пусть загнал я судьбу свою. Лягушка? Там лягушка, зайка. Французская кухня.
Берем с собой. Все, мне кажется, я мертвая. Опять на тебе стою. Я так, такие же одел. То есть выбирай такой маршрут, чтобы тебе было это удобно максимально, но вот следуй он в том направлении. Вот если будешь идти так, как тебе удобно, ты идешь не туда. Вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Пусть сейчас загнал я судьбу свою, но в каком да, бы ни шел уже узнаваемо, строю, да? Все мне кажется, я опять на тебе стою. Классно, ногам не жарко. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Все мне кажется, я опять на тебе стою. Все мне кажется, я опять на тебе стою. А там, кстати, котелок, смотри, кто-то оставил. Опа. Дожди были последнее время, поэтому как бы надо заранее дернуть было его. Так. Ну окей, это издалека, это кастрюлька вроде. Вот смотрите, в тот раз, зайка, дерево желаний где-то вот здесь, вот с этой стороны, мы тогда там останавливались, пониже. В этот раз можно наверху здесь. Как бы. По земле прошел. Тут вон. Клёны по плечам. Вон. Давай примем решение, если здесь или там. Его тут можно отстегнуть, наверное, зачем? Хорошо. Поводок а снимите, когда вот, решение есть. Вон, плохо, по здесь, по руке держи. Давайте подумаем, вот здесь вот мы останавливаемся. Это как бы. Хорошо. Вот здесь вот. А когда наоборот плохо, слышно, как звенят. О, опять елок навалили, блин, что за люди-то, а? Солнечных лучей струны. Если добрый ты, вот так снимешь, то выложишь, всегда покажешь, легко. Приходит и гадит там. А когда наоборот трудно, если добрый ты, то всегда или вот легко. Здесь, мы в тот раз здесь делали. Да? А когда наоборот трудно, мы сейчас принимаем решение, мы где сейчас, 4. С каждым поделись. Через 3 часа надо уходить. Своей. Давайте наверху, да? Рассыпая смех. Вот здесь гамак с тобой звучно. На той. Тут можно ведь протягивать веревки для тренировочных моментов. С ними ну, пошли веселей. Туда. А когда наоборот скучно, если песни петь, опа. С ними веселей. А когда так, потому что вы где-то сзади, и вы не слышите, о чем беседуют, и вы не знаете, что происходит. Надо в команде быть. Для этого вас и повели. Двое, которые никогда не ходят, вот они двое, вы отдельно всегда. Это на тренировке тоже видно. Чтобы этого избежать, поэтому и пошли в поход. Мы-то все вместе ходим часто, как бы уже как бы есть. Вот такое я, кстати, проявление. Я вчера думал, а не взять ли мне с собой котелок и пельмени. Газовую горелку и не заморачиваться с дровами. И холодильник. Пельмени не растаяли. И все это несет Гопа. Ну, мне, кстати, собаки помогут. А? Чего собаки? Ну, холодильник Гопа привязать. Ну, как бы. Хорошо, если хоть на сантиметр. Есть холодильники, тянет. Которые состоят из таких вот фольгированных всяких разных отсеков, там, туда-сюда, и, то есть, ты кладешь туда лед, либо бутылки с холодной водой, и они потом поддерживают это там сколько-то часов, то есть, ну, то есть вполне как бы себе приемлемая ситуация, чтобы пельмени притащить, но только он такое место занимает. Надо бутылку оттуда, наверное, достать. Да, да, то еще стреляет. Позвони его на лопатке, чтобы он сходил, пришел, достал бутылку. Угу.
то, что он ждет, блин, пока это кто-то другой сделает, как бы. Вам надо научиться быть самостоятельными. Окей. На мероприятия, вы заметили, я всегда на такие позже прихожу. Вы уже пошли в команде. Вы посидели, поболтали, сплотились. У нас опаздывали только двое. Те, которые чаще всего пропускали все мероприятия. Заметили? То есть это вот, ну, все это очень сильно влияет как бы на коллективизм, хотя вы будете считать то, что нет, все нормально, но лишь на практике говорит о другом как бы. У кого есть проекта? У нас есть. Две картошки. А картошки нету. Смотри, в лесу всегда есть вещи, которые лесники используют для того, чтобы спасаться от комаров. Ты смотришь такие ролики? Посмотри, пригодится в жизни. Сейчас цифровой рубль как ведут, потом какая-то штука, потом как это все рухнет, все без денег останутся. О. И вот ты там ни спрей не купишь, ни колбасу, ничего, блин. Начнется хаос и беззаконие, как в фильме «Катастроф». Я не к тому, что это будет, но вот ты представь на момент, на какое-то что. Здорово. Насколько ты подготовлен к тому, чтобы вот просто жить, выживать? Иди, хочу собаку, дай лапу. Подготовлен или дай нет? Лапу. Как бы. Дай лапу. Потому что вот... Дай лапу. Смотришь такие фильмы периодически, как бы, да, и... И нормальные взрослые адекватные люди создают в такие ситуации, попадают, в которых, ну как, блин, не знаю, что сделать. И ты как взрослый адекватный такой, блин, а вот прикинь вот так вот, сколько людей сразу как бы погибнет, блин. Потому что не приспособлены к каким-то вот вещам они. Простейшим там. Костер разжечь такой проще, и вот такие. Опа. Он, блин, не обошел. Гопа. Ну, потому что барбос. Действительно, можно было оттуда обойти. Где? Ну, он прошел сюда и решил через этот перепрыгнуть. Гопа. Ну, он маленький, как бы, ему. Маленький? С размером. Мы-то смотрим сверху, он вот, я на него как бы, типа, куда ты пошел там, что за дела? Но ему-то своего роста как бы лучше видно, где ему пройти. Он думает об этом, а не о том, как повести хозяина, где ему удобно. То есть он может искренне недоумевать, как бы, почему? Что за дела? Ну, все находит объяснение, если задуматься, почему, как бы. И не углубляться в этом, как бы. Не заморачиваться. Тут песочек, кстати. Там, где сосны растут, часто песок. У нас тут песка мало, поэтому как бы получается, что вот. И там, где сосны, есть грибов частенько, как бы, определенных, которые не растут в лиственных, как бы, местах. Там, где сосны, прописывают жить людям, у которых есть проблемы с легкими. То есть астма, туберкулез там или еще какой-то стадии в том или ином виде, как бы. Полезно это как бы. Это очень полезно. Тут уже хочу есть. Есть хочешь? Да. Но готовить время. Ну, ты придешь тогда так выводу, что лучше приготовить, чем хотеть просто. Рано или поздно через это все проходят. Гопа победил. Серый волок, короче, да? Лежит. Зайка, он вообще странный. Иногда лежит такой, я на него смотрю, он такая смесь, короче, какого-то гнома, медведя, гоблина такого, знаешь, это моя прелесть, вот что-то подобное, только ходит Добби. По-другому. Да, вот он такой вот, короче. Добби такой. Свободный, у него есть насос. Он такой интересный, как бы, в каком-то в этом плане. Так. Ребят, камера сейчас стоит. Нам надо будет разводить костер.
кто-то спички взял. У меня только зажигалка. Пошли в поход, блин. Соль не взяли, спички не взяли. Так вы же говорили, что соль взяли. И горчицу. Ну я ситуацию какую-то. Ну так вот. Пошли в поход, блин. Никто не готов ни к чему. Я-то взял. Но бывает часто ситуация, когда у взрослых часто, что все пятеро пошедших в поход взяли соль, потому что они знают, что это такое. Ну никто не взял спичек. А мы идем в поход, ура, пришел такой, блин, ничего нету с собой. Ё-моё, блин. О, соль. О, соль. Понимаешь, как бы. Нам надо кора, ребят. Кора, кора, кора. Копа, нам нужна кора. Иди за корой. Короче, ты кого-то мне напоминаешь. Не хочу. Коры не хочу собирать. О, во, видишь, во. Взяла просто-напросто и добыла, короче. Вот, пожалуйста. А где кору можно найти? Зайка добыла коры. Деревья. Ну, помнишь, как ты купал? Где-то сделал? В боковом кармашке, либо в нижнем, спички. Зайка, найди, пожалуйста. Ага. Нам надо быстрее затопить, прогорать будет долго. Но здесь хорошо, плоские, высокие плиты. Можно будет очень хорошо жарить это, как бы не обжигаясь. Так, рихтрон убираем туда. Понимаешь, это странно, очень странно. Опа. Опа. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от нагибе, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, просто кора лучше. Это просто, очень просто. А? Для того, кто хоть однажды. Ну то, что больше, знаешь, это самое, как бы не всегда хорошо. В магазин пришел, хочешь мясо, но, блин, там хлеба больше. Ты же не берешь хлеба, да, правильно? Горы, солнце, пихты, песни. Логично, ты берешь то, что тебе надо. Пусть полным-полно набиты. Шишки, они хвойные, как бы. Это самое. Память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Ну это же классно, зайка. Что ты так расстроилась? Вот это сделали из мангальных этих, как бы. Да. Палочку мы убираем, кастрюльку мы кладем вот сюда, потом туда пойдем. И вот это оставим. Кастрюльку, кстати, можно использовать. Когда в походе будете... Вот эту палку не жгите, пожалуйста. В походе будете такое находить, использовать, ее можно как бы просто в огонь кидаешь, она обгорит внутри, ну над огнем, все уничтожится, как бы можно, если что, использовать. Консервные банки, все это тоже можно огнем как бы обеззараживать. Помнишь, ты тут каты делала? Да.
Губка счастлив. Где зайки? А что зайки? Ему все равно. Палка. Палка. Ну да. Это и главное. Он ее добывал как бы. А на даче, короче, Полина, возьмешь какой-нибудь такое, чтобы не хвойное? Блин. Ой, молодец, Бобка. Где туда класть? У него зубы белые. Да, везет ему, да? Ага. У них это очень важная вещь, короче, когда они поколениями многими назад, будучи еще там волками, если зубов нету, они умирали где-то. Понимаешь? Потому что не могли себя пропитать, не могли себя защитить, отстоять свою позицию, точку зрения. Главное отжать. В ту же сторону. Он прыгнул сзади. Потерял, потерял. Бестолковый. Нашел. А нет. Левей, туда, от него, где он стоит, левей. Влево повернись, а ты смотришь вправо. Лево и право разные вещи. Вправо повернись. Еще. Вперед иди. Левей. Иди не туда, куда тебе удобно идти, а куда тебе подсказали идти. Вправо повернись. Вот в это дерево, оно где-то тут. О, вот, молодец. Вон давай, хавэн, хавэн. Палочку. Будь наблюдательна. Гопа, забирай у меня палочку. Палочку забирай. Смотри, чтобы по пальцам не попал. Да, было бы не славно. Было бы не славно, вообще не славно. Он какой? Классный ему, у него 4 лапы. Он взял там 2 беру. Вот это надо снизу класть, а не сверху. Потому что ее снизу поджигает, там огонь вверх идет. Да. Саня, давай. Ты, Саня, грибник. О, грибы подлетели. Это, наверное, болотом был? Пам-пам, парам, парам. Пам-пам. Эй, так. Ой, молодец, хорош. Подразнивает. Сырой откуда-то. Вспотел. Так, смотри. А, он будет кружиться? Ну, возможно. Он еще не умеет. Или влетит. Я его не цеплялся. Как червяк. Его можно вот так вот почаще, по чуть-чуть, через все цепляется. Это странно, очень дождь! Странно. Дождь! Нормально! Но такой уж я законченный чудак. А, у меня я есть. Гоняюсь за туманом, у меня за туманом. И с собой мне не справится никак. Зайка, вот сейчас намокнет все. Люди едут за деньгами, убегают. Опа, от обиды, от тоски. Вот сейчас надо быстренько разжечь костер, потому что вот это сейчас намокнет и будет не славно, как зайка говорит. Он коротковременный, но он сейчас кончится, вы не намокнете. Чихал я на вас дождь. Дайте мне еды, сказал серый мышь. Это просто очень серый мышь.
Я думал, это глупо. Я тоже сначала. Потом понял, что это, скорее всего, Саня, даже несмотря на ситуацию. Я был прав? Опа. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы. Берем спички. Когда-то спички были коричневые, и мы думали, что это классно. Потом я приехал на Украину когда-то, у папы там, ну, вроде у меня бабушки когда-то возили туда, да? Я там увидел, что спички могут быть зелеными, что они могут быть красные. Черкаш тоже зеленый и красный. Удивительная штука какая-то. Мне там нравилось. Там классно. Здорово. Кстати, там много креативных проектов работает и много креативных людей живет. Мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. Я еду, а я еду за туманом. Вот это самое. Гора, видите, она сразу хорошо разгорается. А я еду за туманом. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами. Спрей, дождь помогает. В воду залез тоже помогает. Ненадолго. Тебя пока кусают? Под водой. Мы взяли этот самый, как бы. Спрей-то взяли. За 500 рублей. Что-то ты спросила, оно зависло, потом кто-то отвлекся, что-то как. Ну, в общем, потерялась мысль. Если надо, скажи. Опрыскаемся. Меня не кусает, я поэтому не вспоминал. А сейчас мы заговорили про комаров, я вспомнил. Короче, будь взрослым, что-то надо, говори об этом, обговаривай это, короче. И на тебя я куртку. Да. Зачем я куртку? Тут не промокнут, ты же для этого одевал. Зачем спрашивать? Ты знаешь, зачем ты ее одевал? Классно. Будь здоров. Здорово. Не, ну что ты делаешь? Подойди там, где сосны, вперед-назад, отряхни, все четко будет, зайка. Будь грамотный. Да, знаешь, обожаю пластики, есть каждый день. Хоба, це! Ту-ту-ту-ту! Мы тут, короче, кидали шишками. Шишечный бой назывался. Создай антологию своих диалогов. Набросай эскиз родных мест. Сделай то, что другие не могут, а когда надоест, приезжай. Мы будем рядом. Объясни свои чувства листу бумаги. Сохрани его или подари мне. И пока не закончилась магия, возьми билет и приезжай. Не так надо. Осознай, что лучше для нас. Пойми, что это до безумия просто. Разберись со всем прямо сейчас, а после. Приезжай. Коснись моих рук. Поделись мыслями, что посещали в дороге. Расскажи, как за поездами не успевают сны. Я буду беречь тебя в каждом слоге, а ты... Ты приезжай и останься тут. В краю новостей, где похвастаться нечем. Квартира напоминает грустный мотив. Но слушать музыку каждый вечер ведь можно в пути. Приезжай, я спасу от печали. Покажу прекрасное место, где мы переждем одиночество зим. Думаю, нам будет интересно почувствовать друг друга вблизи. Приезжай, угощу тебя чаем. А когда устанет день от постоянных утрат, когда грусть накинет на плечи шаль, помни, я всегда тебе рад. И приезжай, приезжай просто так. Там, зайка.
да? А ты, Гопа, где палочка? Гопа, где палка? Ему вообще по боку на палку.